Извержение вулкана, как это происходит? Вулканы всегда привлекают внимание путешественников, манят своей мощной красотой и непредсказуемостью, их бурные извержения напоминают о силе природы, которая может быть одновременно притягательной и опасной. Извержения вулканов относятся к геологическим чрезвычайным ситуациям, которые нередко приводят к стихийным бедствиям. Процесс извержения может длиться от нескольких часов до многих лет. Вулканы возникают на земной коре и других планетах, где магма выходит на поверхность, выделяя различные продукты вулканизма, которые образуют холмы и горы. Вулканы на Земле делятся на два типа. Активные вулканы – действующие, извергавшиеся в исторический период времени или в течение Голоцена, в последние 10 тысяч лет. Некоторые активные вулканы могут считаться спящими, но на них еще возможны извержения. Неактивные вулканы – потухшие, древние вулканы, потерявшие свою активность. На суше насчитывается около 900 активных вулканов, в морях и океанах их число уточняется. При извержениях формируются вулканические постройки, характерные формы возвышенности, приуроченные к каналам и трещинам, по которым из магматических очагов поступают на поверхность продукты извержения. Обычно они имеют форму конуса с углублением, кратером на вершине. В случае ее проседания и обрушения образуется кальдера, обширная циркообразная котловина с крутыми стенками и относительно ровным дном. Среди различных классификаций выделяются общие типы извержений. Гавайский тип щитовидный вулкан – это выбросы жидкой базальтовой лавы, часто образуются лавовые озера, лавовый поток может растекаться на большие расстояния. Эта форма характерна для вулканов, извергающих базальтовую лаву низкой вязкости. Она длительное время вытекает как из центрального жерла, так и из боковых кратеров вулкана. Лава равномерно растекается на многие километры. Постепенно из этих наслоений формируется широкий щит с пологими краями. Пример – вулкан Мауна-Лоа на Гавайях, где лава стекает прямо в океан. Его высота от подножия на дне океана составляет примерно 10 километров. При этом подводное основание вулкана имеет длину 120 километров и ширину 50 километров. Стромболийский тип вулкана – лава более густая и выбрасывается из жерла частыми взрывами. Характерно образование конусов из пепла, вулканических бомб и лапили. Шлаковые конусы. При извержении таких вулканов крупные фрагменты пористых шлаков нагромождаются вокруг кратера слоями в форме конуса, а мелкие фрагменты формируют у подножия покатые склоны. С каждым извержением вулкан становится все выше. Это самый распространенный тип вулканов на суше. В высоту они не больше нескольких сотен метров. Часто шлаковые конусы формируются как побочные конусы крупного вулкана, либо в качестве отдельных центров эруптивной активности при трещинных извержениях. Пример. Несколько групп шлаковых конусов появились при последних извержениях вулкана Плоский Толбачик на Камчатке в 2012-2013 годах. Плинианский тип вулкана. Мощные редкие взрывы, способные выбросить тефру на высоту до нескольких десятков километров. Периодически извергают лаву, вязкую и густую, быстро застывающую, и пирокластическое вещество, смесь горячего газа, пепла и раскаленных камней, в результате отложения на их конусе, острым с вогнутыми склонами чередуются. Лава таких вулканов вытекает также из трещин, застывая на склонах в виде ребристых коридоров, которые служат опорой вулкана. Примеры – Этна, Везувий, Фудзияма. Пелейский тип вулкана – извержение, отличительным признаком которых является образование экструзивных куполов и пирокластических потоков палящих туч. Купольные вулканы образуются, когда вязкая гранитная магма, поднимаясь из недр вулкана, не может стечь по склонам и застывает вверху, образуя купол. Она закупоривает его жерло, как пробка, которую со временем вышибают накопившиеся под куполом газы. Такой купол формируется сейчас над кратером вулкана Сент-Хеленс на северо-западе США, образовавшегося при извержении 1980 года.
газовый, фреатический тип извержения, при которых кратера достигают только вулканические газы и происходит выброс твердых пород. Магма не наблюдается. Подводный тип вулканов – извержения, происходящие под водой. Как правило, сопровождаются выбросами пемзы. Пемза – это пористое вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при быстром застывании кислых и средних лав. Грязевые вулканы – небольшие вулканы, через которые на поверхность выходит не магма, а жидкая грязь и газы из земной коры. Грязевые вулканы намного меньше по размерам, чем обыкновенные. Грязь, как правило, выходит на поверхность холодной, но газы, извергаемые грязевыми вулканами, часто содержат метан и могут загореться во время извержения, создавая картину, похожую на извержение обыкновенного вулкана в миниатюре. Гейзер – это горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара под давлением. Гейзеры являются одним из проявлений поздних стадий вулканизма, распространены в областях современной вулканической деятельности. Гейзеры встречаются в районах с вулканической деятельностью, там, где горячие породы расположены близко к поверхности Земли. В таких местах подземные воды нагреваются до температуры кипения, и в воздух периодически выбрасывается фонтан горячей воды и пара. В Новой Зеландии и Исландии энергия гейзеров и горячих источников используется для выработки электричества. Один из самых знаменитых гейзеров в мире – гейзер Старый Служака в Йеллоустонском национальном парке США, который каждые 70 минут выстреливает струю воды и пара на высоту 45 метров. Знаменитые извержения. Извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году вызвало самый громкий рокот, когда-либо услышанный в истории. Звук был слышен на расстоянии более 4800 километров от вулкана. Атмосферные ударные волны обошли Землю 7 раз и в течение 5 дней все еще были заметны. При извержении погибло более 36 тысяч человек, уничтожено 165 деревень и нанесен урон еще 132-м, в основном посредством цунами, которые последовали за извержением. Извержения вулкана после 1927 года образовали новый вулканический остров под названием Анак-Хракатау. Вулкан Килауэа на острове Гавайи – самый активный вулкан в настоящее время. Последнее извержение продолжается с 1983 года, а протоки лавы доходят до океана. В 2010 году извержение вулкана Эйфьеллайокюдль вызвало отмену более 60 тысяч авиарейсов по всей Европе. В общем виде вулканы подразделяются на линейные и центральные. Однако это деление условно, так как большинство вулканов приурочены к линейным тектоническим нарушениям, разломам в земной коре. Линейные вулканы или вулканы трещинного типа обладают протяженными подводящими каналами, связанными с глубоким расколом коры. Для них характерны трещины и извержения, при которых из таких трещин изливается базальтовая жидкая магма, которая, растекаясь в стороны, образует крупные лавовые покровы. Вдоль трещин возникают пологие валы разбрызгивания, крупные шлаковые конусы, лавовые поля. Если магма имеет более кислый состав, более высокое содержание диоксида кремния в расплаве, образуются линейные экструзивные валы и массивы. Когда происходят взрывные извержения, то могут возникать эксплозивные рвы протяженностью в десятки километров. Вулканы центрального типа имеют центральный подводящий канал или жерло, ведущее к поверхности от магматического очага. Жерло оканчивается расширением, кратером, который по мере роста вулканической постройки перемещается вверх. У вулканов центрального типа могут быть побочные или паразитические кратеры, которые располагаются на его склонах и приурочены к кольцевым или радиальным трещинам. Нередко в кратерах существуют озера жидкой лавы. Если магма вязкая, то образуются купола выжимания, которые закупоривают жерло подобно пробке, что приводит к сильнейшим взрывным извержениям с разрушением лавовой пробки. Формы вулканов центрального типа зависят от состава и вязкости магмы.
Горячие и легкоподвижные базальтовые магмы создают обширные и плоские щитовые вулканы – Мауна-Лоа, Мауна-Кео, Килауэа. Если вулкан периодически извергает теолаву, то пирокластический материал – возникает конусовидная слоистая постройка – стратовулкан. Склоны такого вулкана обычно покрыты глубокими радиальными оврагами – баранкасами. Вулканы центрального типа могут быть чисто лавовыми, либо образованными только вулканическими продуктами, вулканическими шлаками, туфами и тому подобное образованиями, либо быть смешанными стратовулканами.